твоих детей. Среди множества спасенных у дверей, чтобы Бог пред ними небо отворил, кто им вечность через Сына подарит. Но для этого стучаться так, чтоб каждого спасти. Но для этого так много нужно слез и молитв, что Божью чашу налилось, и они бы наполнялись до краев. Ответ уже у Господа готов. Без ответа не останется мольба. На Голгофе жизнь вечную им дал. Бог не хочет погубить ни одного, но спасти желает всех до одного. Пусть молитвы материнские текут. О, как цель! А для этого так много нужно слез и молитв, что в Божью чашу налилось. Без молитв наших и слез не преуспеть. Это сила, чтобы в битве одолеть. Это сила, чтобы в битве